Всем привет! Сегодня будет небольшой влог с уточкой. Извините, это первое мое видео с уточкой. Вот, поэтому. Она еще спит, как бы я уже успела сходить в школу. Ну, простите, ребят. Просто не могла сразу же снимать. Вот она спит. Стоп, она... Нет, она спит, и вот. Поэтому. Ладно, давайте начнем. Сейчас будем будить Милку. Еще не хотите, потому что... Почему? Ой, потому что это первое видео с Милкой. Просто... Мне ее только вчера купили. Так, просыпайся. А вот, ребята, она уже проснулась. Так, давай, снимай повязочку. Вот она. Сейчас мы, наверное, ее... Ой, оденем. Мы ее оденем в... Сейчас я тут буду показывать наряды. Да, если что... Нарядов у нее тоже очень мало. То есть один вообще. Ладно. Такую она повязочку оденет. Так, еще. Вот такой вот свитерок. И еще что. И очочки, думаю, подойдет. Ну что, давайте надевать. Ребят, все-таки очочки не будем. Потому что они у нее спадают. И еще они чуть-чуть поломались. Тут вот эта вот штучка оторвалась. Ладно, показываю. Вот такая она у нас получилась. Да, Милка? Да! Сейчас пойдем, наверное, умываться. Ребят, мы уже в ванне. Сори, что так плохо слышно звук. И тут у нас стиральная машинка. Ладненько. Приступаем к ее умыванию. Ребят, давайте снимем с нее повязочку. Вот, думаю, вот так она останется. Так, все, сейчас будет. Я, ребят, чуть-чуть намочила ручку, сейчас буду ее умывать. Так. Сейчас, думаю, ненадолго отключаю. Ой, это... На паузу ставлю, ведь мне надо ее еще вот так вот хорошенечко. Короче. Все, ребят, я вернулась. Я чуть-чуть пенкой вот так вот по щечкам провела. Сейчас будем протирать. У нас осталась последненькая салфеточка. Сейчас будем протирать. О, господи, вообще звук не слышно. Выкидываем. Так, все. Идем-ка кушать. Пришли на кухню, но у меня появилась идея протереть лучше полотенцем. Протираем. Так, такие вот очечки. Сейчас будем ей кушать давать. Только ее надо посадить за стул. Да-да, ребят, вам не показалось. Я ее реально посадила за стул. Сейчас принесу что-нибудь ей попить. И думаю, какую-нибудь конфетку. И дала вот такого вот печенюшка, Орео. Сейчас еще думаю сок. Так, наливаю ей сок. Вот так вот. Она сейчас будет пить вот такой вот сок и такую вот печенюшку. Ну что, она пока что покушает, а вы последите. Все, ребята, она съела, сейчас будет пить сок. Все, ребята, она все выпила. Все покушала. Сейчас
Что будем делать? Играться! Ну, хорошо. И еще, кстати, я скоро делаю домик вот в этом вот месте. Так, сейчас покажу игрушки. Такой вот попыт. Вот такой вот Simple Dimple. Знаю, что это не оригинальный Simple Dimple. Ну, просто как Simple Dimple. Но ей все равно нравится, да, Милка? Да. Вот такой вот кролик. Маленький. Это как плюшевая игрушка. Такая вот. Вот такой вот сквиш в виде олененка. Что, скоро Новый год, да? Будем праздновать, будем снимать длинное видео. Да! Так вот. Да, еще вам напоминаю, скоро Новый год. Ведь через несколько дней, через два, через три, наверное, после завтра уже будет зима. Да? Так, сейчас еще одну последнюю покажу. И вот такая вот уточка. Вот. Вообще, напишите в комментариях, как вы хотите, чтобы это была ее игрушечка, или чтобы это была сестричка ее. Так, а пока что Милка будет тут играться, я порисую. Нет, я порисую. Ладно, ты уже что, не хочешь? Нет. Ладно, пока что мы ее игрушкой сложим сюда. На это видео уже идет 7 минут. Так, все. Ну что, пойдем рисовать? Да, я буду рисовать вот эту вот уточку. Хорошо. Хотя бы нет, вот эту вот миску, которая у тебя на свитерке. Да. Ладно. И, кстати, зацените вот такую вот уточку. Стоп, сейчас включу свет. Сейчас нормально. Зацените вот эту вот уточку. Лепила сама. Она, правда, грязненькая сзади. Ну, ничего. Такой вот еще. Ладно, сейчас будет все по-честному. Сейчас будем рисовать. Так, открываем блокнотик. Мой... То вот тут мы будем рисовать. Нам понадобится простой карандашик, ластик и ручка и карандаши. Ластик вот такой вот очень хорошо стирает. Ручку, чтоб делать для красоты, вот так вот подделывать. Сейчас будет желтый карандаш. Еще розовый, красный, черный. Все. Так, желтый карандашик есть. Это, если что, я подготавливаю уточку. То есть подготавливаю, что нужно ей для рисунка уточки. Розовый. Ахаха, хотели меня добавить в логику. Вот у нас. Красный. Сейчас будет рисовать. Так, делаем наброски. Так. И вот так вот. Так, клювик она меня учила. Такой вот клювик. И вот такие вот щёчки. И сейчас будет тельце. На, камера. Камера как-то плохо показывает. Вот. Сейчас буду ряжу клясивать. Такой.
Так, сейчас будем лазу классывать. Ладно, чуть мне как-то неудобно. Сейчас буду выключу камеру. Вот. Сейчас буду сёчки. Так, ну это было уточку так сложно. Сейчас сёчки будет легко. Так, вот. Сейчас буду... А, оранжевый. Вот оранжевый. Сейчас буду клювик. Сейчас будет костюмчик. Ой, вот костюмчик. Сейчас будет наблёстки лючкой. Вот такие вот наблёстки. Сейчас буду звать хозяйку. Хозяйка. Хозяйка. Ой, Алина. Забыла, как её зовут. Что? Вау, красивый рисуночек. Сейчас будем отрывать и показывать рисунок вон той. И я все-таки решила, это будет сестричка. Так, сейчас оторву листик, я ненадолго. Так, она пока что ушла вот сюда. Опять посидеть. Пока я все там сделаю. Ну что, бери. Показывай. Так. Сейчас покажу сестричке. Сестричка, иди сюда. Иду. Вау, это что, я? Так красиво. Бля! Я его забила себе. Вот, ребят, на этом видео кончается. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, чтоб я знала, хотите вы таких больше видео. Ну, а с вами была я, Алина. Допустим, вот так, сестричка Милки. И, кстати, мы ее будем придумывать имя. И Милка. Все, всем пока!